Nokia 6300. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6300». В качестве крепления дисплея в данной модели используется металлическая рамка. Заостренным инструментом снимаем металлический экран и очень аккуратно поддеваем коннектор дисплея. Затем освобождаем металлические защелки с обеих сторон телефона и вынимаем рамку с дисплеем. Дисплей свободно извлекается из рамки. Вкладываем новый дисплей в рамку и сверху прикладываем системную плату. Затем защелкиваем боковые фиксаторы, подсоединяем коннектор и ставим металлический экран. Все, дисплей заменен